Всем привет! Данный видеообзор записан специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре блесна, колебалка двойная от фирмы Герман, называется она Limalin 2318. Данная колебалочка поставляется на стандартные уже для фирмы Герман картонные подложечки, которые крепятся сверху при помощи скобы, а снизу двумя жалами уходит в саму подложку, а одно жало закрывается у нас силиконовым кембриком. Картонная подложка, в принципе, довольно-таки такая плотная и неплохо так защищает вашу колебалочку. Я, кстати, уже привык, что на подложках от Герман нарисован бас. Здесь что-то необычное. Здесь у нас нарисован, но, скорее всего, это берж, так как клыков я не вижу. Но поменяли подложечку под наши условия, потому что, да, было как-то странно. Сзади написано, что колебалки подходят для всех водоемов России. Здесь, кстати, информация, кстати, стала другая про акустический эффект, про двойные блесна. Ну, то есть, видите, поменяли информацию, поменяли картинку. Очень даже интересно. Ну, поговорим непосредственно про блесну. Вес у нас у нее 18 грамм. Блесна уже получается такая довольно-таки тяжелая, и можно использовать ее для дальних забросов. Отлично подойдет для береговой ловли, когда вам нужно добросить до хищника. 18 грамм, я думаю, вполне прекрасно полетит. Из самого необычного, что, конечно же, это двойная блесна, и под водой она будет, получается, очень сильно создавать всякие шумовые эффекты для дополнительного привлечения хищника. Там есть специальные две выпуклости, которые позволяют нашей блесне, получается, биться краями друг от друга и создавать слышимые под водой звуки. Верхняя блесна у нас имеет вот такую рельефность в виде чешуи. Также есть небольшой глазик для дополнительной схожести с небольшой такой рыбешкой. Блесна у нас высокая и больше напоминает какого-то маленького карасика. В принципе, щука очень даже не прочь им полакомиться, особенно в стоячих водоемах. Оснащена наша блесна вот таким вот тройничком от фирмы Мустад, на длинной ножке, широкий поддев, крючок очень неплохой для сверхбюджетной такой блесны. Стоит она в районе 100 рублей, и крюк здесь стоит очень, я вам скажу, качественный. Заводное кольцо тоже классное, из толстой проволоки, но упругость, в принципе, я бы назвал такую среднюю, то есть кольцо не самое жесткое, но вам его 100% хватит, навряд ли какая-то рыба сможет его разогнуть. По расцветкам на сайте присутствует их 5 штук. Есть две такие яркие кислотные, а остальные плюс-минус привычные всем. Это разные вариации меди, никеля и тому подобных. У меня расцветка-то двуцветная. Идет сверху такая серебряная, никелевая, а снизу расцветочка идет медная. Интересная вариация. Будет мелькать своими боками, показывать разные цвета и отлично создавать блики, особенно в солнечную погоду классно работают блесна. В основном для данной блесны классно подойдет равномерочка с небольшими паузами, на которыми опять-таки она будет осыпаться и звучать, создавать звуки и привлекать хищника. Но хищник в основном, конечно, как по мне, для данной блесны это щука. И планирую на нее ловить именно щуку по траве, по камышу. Очень классно она, я думаю, подойдет. Вот такая вот блесенка от Герман Limalin 2318. Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока.